мы поняли, какая технология будет наиболее удачна в наших реалиях. Мы приняли это инвестиционное решение. И вот за очень короткие сроки, я считаю, собрали, построили вот это новое производство, запустили, уже вышли на товарную продукцию, провели испытания. И считаем, что у этой трубы достаточно большое будущее в России. Отдельно хотелось бы отметить это производство конкретно здесь, в Тюмени, на СИП-газаппарате. Да, оно у нас самое первое, но здесь мы производим вообще полностью локальный, не просто российский, а локальный тюменский продукт, поскольку мы производим это в Тюмени. Мы производим это из тюменского же сырья, которое производится неподалеку. И это вот вообще совсем такой полностью локальный региональный продукт для регионального же потребления во многом. Сегодня это полный цикл производства здесь гибкой армированной трубы. И, конечно, те решения, которые были приняты в 2020 году на совещании, которое проводил в Тобольске президент Владимир Владимирович Путин, о том, что мы можем приступить к использованию именно полимерных изделий и при добыче, и при транспортировке нефтепродуктов, оно стало ключевым, и компания «Полипластик» сегодня использовала эту возможность, которая открылась сегодня перед отраслью. И, конечно, для нас это, во-первых, это снижение издержек, так как данная продукция, она более эффективна. Это повышение ее износостойкости, что в целом в отрасли, опять же, снижает себестоимость при добыче и при транспортировке и повышает качество. Поэтому каждое из таких решений, когда мы идем в инновационные проекты на наших предприятиях и используем ту продукцию, которая производится, ну, во-первых, это Тобольский полимер, мы понимаем, что мы используем местную продукцию. Во-вторых, те инновационные решения, которые были разработаны внутри компании, вовлекали всю группу компаний, и сегодня эта продукция сделана полностью из российских материалов.